Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаем паники. Это мой последний день на Титанике. Саламатсыздар ма, құрметті отандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня по всем социальным сетям прошла информация, полученная от членов территориальных избирательных комиссий, о том, что уже 3-4 января, после праздников, члены избирательной комиссии начинают механизм фальсификации. Они уже заранее заполняют протоколы, в которых проставляет процент голосов за партию Нур Отан. Предполагается, что процентов будет более 75%. То есть Нур Отан хочет продемонстрировать подавляющий перевес. Вы видите, сейчас все социальные опросы показывают, что Нур Отан набирает максимум 5%. Это среди всех партий, если все партии участвуют в голосовании. А сегодня мы провели еще один опрос уже отдельно в Инстаграм. И мы видим соотношение между Акжол и партией Нур Отан 87% за Акжол и всего 13% за Нур Отан. Очевидно, что чем ближе будет день выборов, тем этот процент будет нарастать и разрыв будет увеличиваться, и у Нур Отана останется вообще ничтожное количество процентов. Но эта система Нурсултан Назарбаев устроена так, с учетом того, что пропагандирующие механизмы власти – это средства массовой информации, телевидение, акимы и все прочее находятся в их руках, эта власть пытается беззастенчиво и нагло подделать итоги выборов. И, собственно, поэтому 3-4 января, ничего не опасаясь, этот режим, что называется, не чуя под собой ничего, не опасаясь никого, этот режим 3-4 января хочет подделать протоколы итогов выборов и дать Нур Отану подавляющий перевес. А 5-6 января члены избирательной комиссии собираются уже подделывать бюллетени. Вы понимаете, для чего по всем учебным заведениям, различным организациям прошла команда, что люди должны дать исходные данные членов своей семьи, ИНН, где они проживают и так далее. Многие недоумевали, для чего это делается. А делается это для того, чтобы фактически заполнить бюллетени, те самые фальшивые, и таким образом добиться максимального перевеса. Этот режим заявляет, что из числа 12 миллионов человек, которые имеют право голоса, на избирательные участки придут порядка 6 миллионов. И таким образом вы понимаете, что оставшиеся 6 миллионов, которые не придут на выборы, их голоса режим предполагает вбросить за Нур Отан. И таким образом заявить, что у Нур Отана якобы свыше 80%. Поэтому я обращаюсь ко всем избирателям и призываю все 12 миллионов человек прийти на избирательные участки и проголосовать за партию Акжол. Я еще раз хочу сказать, все партии, которые участвуют на выборах, они провластные. Все являются, по сути дела, национальными предателями. Национальными предателями интересов страны, ваших интересов, интересов всего народа. Но мы призываем голосовать за партию Акжол для того, чтобы отобрать голоса у Нур Отана, собрать все протестные голоса в одну партию, и тогда Нур Отан будет вынужден заниматься фальсификациями, отбирая у одной партии голоса, у партии Акжол. И мы, находясь на избирательных участках, будем видеть, как наши бюллетени, собранные в гармошку, я в прошлых своих видео показывал, что вы берете обычный избирательный бюллетень, ставите галочку в поддержку партии Акжол, затем вы просто методично гармошкой его складываете и кладете в избирательную урну. И таким образом вы все можете наблюдать уже зрительно, как бюллетени, наполненные в эту избирательную урну, которых подавляющее большинство
буквально через короткое время члены избирательной комиссии будут говорить, что их там не было, что якобы все проголосовали за партию Нур Отан. Одним словом, этот режим уже заранее пытается все подготовить, заранее подделать бюллетени. Поэтому я обращаюсь к 12 миллионам избирателям. Приходите на выборы, голосуйте, участвуйте, голосуйте за партию Ак-Жол, чтобы мы выявили тотальные фальсификации, схватили за руку и снесли на митингах этот воровской режим Нурсултана Назарбаева. Я вчера делал обращение в адрес учителей. Сегодня выставил ряд видео, где показал, что учителя открыто и нагло участвуют в подделке итогов выборов, вбрасывают фальшивые бюллетени. Но, учителя, вы же очень низкий уровень жизни имеете, живете в тяжелейших условиях, вас эксплуатируют. Вы понимаете, что вы продаете свое будущее и свое настоящее. И у вас сейчас есть возможность использовать эти выборы для того, чтобы разоблачить этот преступный режим. Выставляете все приказы и действия власти в интернете, отправляете по ссылке. Эту ссылку мы сегодня и вчера распространили. Итальянский фонд FIDU и американский правозащитный фонд Freedom Казахстан во главе с Барлыком Миндегазием. Они создали специальную платформу, где можно отправлять все эти нарушения итогов выборов, отправлять телефоном, на WhatsApp, на Telegram. И все это выявит преступление режима. Уважаемые друзья, у нас в итоге не будет никаких вариантов, кроме как добиться смены режима. А по сути дела снести этот режим, если называть вещи своими именами. Я в своих прошлых эфирах объяснял, как это будет происходить. Я сегодня в качестве примера хотел бы рассказать про Астану и Алматы. По другим городам и областям все будет происходить по идентичной схеме. Я знаю, что немало людей говорят, что вот Мухтар Аблязов сидит, фантазирует и так далее. Это совершенно не так. Вы видите, сейчас температура, напряжение в обществе нарастает. Вы видите, что цены на продукты растут, вы видите беспредел со стороны власти, и вы себе задаете вопрос, до каких пор, сколько можно это терпеть? Я скажу так, если терпеть, можно ждать бесконечно. Если считать, что за нас все решили, как сейчас очень много пишут в социальных сетях, изменений действительно не будет. А если мы действительно начнем действовать, то изменения будут, и они произойдут благодаря нашим объединенным усилиям. Сейчас я хочу буквально последние мазки вам обрисовать, выдать, объяснить, как будет происходить смена режима и что мы будем делать. Тема сегодняшнего эфира 10 января. Взяли Акорду, а что дальше? Ну, давайте сначала мы рассмотрим путь, как мы будем брать Акорду, Акимат, например, в Алматы. То есть тогда мы закроем тему «Взяли Акорду и власть». Затем мы ответим на вопрос «Что дальше?». Итак, 10 января в известных трех крупных городах, таких городах как Астана, Алматы и Шымкент, четко обозначены места. Для Астаны, Алматы 6 мест сбора, протест, где будет организовываться сбор протестующих. И затем эта протестующая масса собирается в одном месте, где-то час происходит митинг, и в 15 часов одновременно по всем регионам Казахстана протестующие идут к местным органам власти. В Астане это Акорда, парламент и здание правительства, в Алматы это акиматы и в регионах тоже акиматы. Давайте мы сначала поговорим о Астане. Итак, 10 января мы объявили о 6 точках сбора. Многие мне писали, что необходимо собираться в избирательных участках, где люди в определенное время должны собраться, потом двинуться к месту проведения основного митинга. Уважаемые друзья, наш опыт показывает,
что в связи с тем, что избирательных участков много, в Астане, например, их около 350, на этих участках люди соберутся, но никто из них не пойдет к месту проведения митинга, опасаясь, что против них будет оказано давление со стороны полиции, и в большей степени связано с тем, что на этих избирательных участках трудно найти несколько сот лидеров, чтобы одновременно на этих участках были люди. И без лидеров люди обычно плохо идут. Все время говорят, вот дайте нам лидера, мы за ним пойдем и так далее. Ну то есть все ищут Бэтмена. Такие Бэтмены у нас есть. У нас в Астане, безусловно, есть как минимум около 500 человек, которые являются организатором различных ячеек, ячеек демократического выбора Казахстана. И в день выборов, 10 января, мы решили обозначить 6 мест в Астане, где должен произойти сбор людей. Это большей части около торговых центров. В Астане будет в этот момент около минус 20 градусов. И люди могут находиться в этих торговых центрах, в административных зданиях. В любом случае, там можно организовать сбор. С 10 до 13 часов мы призываем наших сторонников проголосовать. С 12.30 до 13.30 мы объявляем сбор в 6 точках. Плакаты размещены, они будут еще раз сейчас распространяться. Листовки тоже будут, в Астане, в Алматы тоже будут листовки распространяться. Будет реклама в социальных сетях. Итак, в этих 6 местах люди собираются с 12.30 до 13.30. В этих 6 местах, безусловно, будут лидеры. Их будет немало, по несколько десятков человек на каждом участке, где осуществляется сбор. Затем с 13.30 до 14 часов понадобится полчаса, чтобы с этих мест колонны двинулись к месту единого сбора. В Астане это дворец Джастар, дворец молодежи. Собираемся в 14 часов, затем с 14 до 15 проводится митинг с требованием отставки Назарбаева, Токаева и его ближайших окружения. Затем в 15 часов эта масса идет в сторону Ахарды. Уважаемые друзья, опыт Беларуси и других государств показывает, что нельзя долго стоять на одном месте. Нельзя просто кружить вокруг дворцов этой политической верхушки. Их надо брать, а точнее говоря, заполнять собой. Меня сегодня один активист спрашивает, что мы будем стоять около Ахарды и скандировать, требовать отставки, они же не уйдут в отставку. Нет, уважаемые друзья, мы не должны повторять ошибки белорусов. Мы должны стянуть массу, собраться около дворца Жастар и большой колонной двинуться в сторону Ахарды. Против такой колонны никто не может устоять. Полицейские всего лишь несколько тысяч человек, это в лучшем случае. Они будут распределены по избирательным участкам, и поэтому полиция фактически будет немногочисленная. И таким образом прийти к Ахарде, правительству, занять их, в первую очередь Ахарду. И здесь следующее действие. Меня задают вопрос. А хорошо, мы взяли Ахарду, а что дальше? Дальше активисты объявляют о создании временного правительства демократического выбора Казахстана. В тот же день, как произойдет смена режима Нурсултана Назарбаева, как протестующие заполнят эти здания, временное правительство должно объявить о низложении правительства Нурсултана Назарбаева, об отставке Токаева, Назарбаева. Временное правительство должно объявить, выпустить постановление о том, что местные силовые службы, Комитет национальной безопасности, полиция, прокурор, они все низложены, вместо них будут назначены представители временного правительства демократического выбора Казахстана. Я в тот же день прилетаю в Астану, в тот же день, абсолютно. Поэтому, конечно же, в тот же день, кроме того, что будут заняты дворцы Назарбаева, будут заняты и аэропорты. Это мне обеспечит возможность прилететь и не быть задержанным. И тогда следующий вопрос. Если временное правительство
по сути, объявила о низложении власти все местные органы, которые центральные органы правительства и власти, которые осуществляют свою деятельность, раз они низложены, соответственно, генеральный прокурор, мы поставим своего представителя, исполняющий обязанности временного правительства буду я, члены правительства будут тоже озвучены. Я не могу сейчас заранее озвучить, потому что, по сути дела, если эти фамилии будут озвучены, режим постарается заранее этих людей задержать. Я заверяю вас, что у нас во временном правительстве будут, безусловно, достаточно квалифицированные люди, но в любом случае это правительство будет временное, сроком на полгода. Через полгода пройдут выборы в парламент, которые выберет новый парламент. Соответственно, новый парламент назначит правительство во главе с новым премьер-министром. Вот такой механизм. Соответственно, когда временное правительство приходит к власти, полиция, Министерство внутренних дел, все переходят автоматически в подчинение этого временного правительства, и любой хаос исключен. Мне задают следующий вопрос. А если власть, например, в каком-то областном центре перейдет в руки народа раньше, чем в Астане? Ну хорошо, давайте такой вариант тоже возможен. Возьмем пример Алматы. Итак, в Алмате тоже объявлено о 6 точках сбора. В Алмате где-то приблизительно 550 избирательных участков. И мы, конечно же, не можем несколько тысяч лидеров распределить на эти избирательные участки, чтобы они оттуда, с этих 550 участков, вели их в центр города. Поэтому, по этой причине, мы обозначили 6 мест сбора. После того, как с 10 утра до часу дня вы проголосуете, с 12.30 до 13.30 происходит сбор в этих 6 местах. Объявление мы тоже дадим. И с этих 6 мест лидеры нашего демократического движения ДВК выводят массу людей. В 13.30 они начинают шествием двигаться и приближаться к Старой площади. В 4 часов мы там собираемся. Мы должны иметь такую массу, что фактически мы потесним любое количество полицейских, которые там будет. Там больше 1000 в принципе не может быть. Скорее всего, их максимум 500 человек будет. Мы их потесним, и эта масса большая, с 14 часов до 15 часов митингует с требованием отставки Назарбаева и его ближайшего окружения. Затем 15 часов мы идем в сторону Акимата и заполняем собой здание Акимата. И здесь активисты города Алматы объявляют о создании временного правительства демократического выбора Казахстана города Алматы. Это временное правительство города объявляет о низложении акима города Алматы, прокурора города Алматы, начальника ГУВД города Алматы, начальника департамента КНБ города Алматы, и мы назначаем своих представителей. То есть фактически все силовые структуры обязаны подчиниться временному правительству города Алматы. И все это будут делать активисты, и вы понимаете, что после этого власть будет находиться в руках народа. Фактически мы будем являться легитимной властью страны. Мне задают вопрос, а вдруг мы туда зайдем в здание, потом нас начнут оттуда выгонять? Уважаемые друзья, вы поймите одну вещь. Сегодня я опубликовал, как на ваших глазах эти учителя нагло фальсифицируют итоги выборов. Что это значит? Это значит, что эта власть нелегитимная. Это значит, что они украли право быть властью. Они обманули народ. Это мошенники. Они не являются властью. Мы все должны понимать. Но Султан Назарбаев более 80 лет, и он все время воровал голоса избирателей, воровал эту власть у народа. Он воровал миллиарды долларов, он нелегитимный. И нелегитимный никто из его окружения, потому что нелегитимный президент не может назначать своих назначенцев на те или иные позиции, потому что он украл. И надо осознать, что мы власть. Власть принадлежит народу. Источник власти – народ. Эти люди не являются какими-то богами, не являются башками,
не являются представителем Аллаха на земле, они обычные воры. А воры, как народ правильно говорит, должны сидеть в тюрьме. И поэтому надо в сознании своем преодолеть. Преодолеть — это страх. Такое предубедительное отношение к ним, что они чуть ли не боги на этой земле. Нет, они воры, они преступники. И когда мы это осознаем, мы будем действовать решительно. Мы 10 января назначаем временное правительство города Алматы. Все органы власти должны быть низложены. Мы организовываем местное самоуправление. И все силовые службы и местные органы власти должны подчиниться правительству города Алматы. Эта модель будет работать по всем областным центрам. Например, в Уральске протестующие заходят в здание областного акимата, назначается временное правительство области, смещается с места постановлением этого временного правительства области, смещается аким области, прокурор, начальник МВД области, города и органы местного самоуправления, временное правительство области постановляет всем местным органам подчиниться решениям временного правительства, именно областного представительства демократических выборов Казахстана. После этого идет мобилизация всех сил, и любые попытки изменить ход истории должны жестко подавляться. Мы должны арестовывать всех тех, кто сопротивляется нашему решению. И именно 10 января Нурсултан Назарбаев должен быть арестован. Арестован Карим Масимов, арестован Токаев и Самат Абишев, вся политическая верхушка. Потом суды уже будут с ними разбираться. У меня спрашивают, что дальше делаем 10 января. Я говорю, 10 января, именно 10 января надо менять режим. Нам дали пример Кыргызы. Мы видим, как мобилизуют силы белорусы. Мы видели другие какие-то действия в соседних странах. Но для нас очевидно, что действия кыргызов быстрые, решительные, именно подходят под наш случай. Мы не должны этой власти мобилизоваться, собрать какие-то силы, вбросить свои миллиарды долларов, чтобы подкупить кого-то, попросить у кого-то помощи. Мы должны действовать стремительно. Поэтому сейчас, в первую очередь, чтобы это произошло, все эти модели изменений, наше поведение должны быть выработаны публично, отработаны в нашей голове, и тогда мы в состоянии решительно действовать. Итак, 10 января мы назначаем временное правительство. В регионах тоже временное правительство городов и областей. Активисты у нас будут. Как 10 января временное правительство ДВК объявляет о том, что правительство Нурсултана Назарбаева низложено. Он сам отправлен в отставку. Нам от него никакой бумажки не надо, которую он напишет. Я, Нурсултан Назарбаев, ухожу в отставку. Или Токаев, я ухожу в отставку. Они никто. Они украли ваши голоса, эти воры. Их решение ничего не стоит. Они нелегитимны. Мы так для себя должны воспринимать действительность. Мы знаем, что даже в день голосования невозможно будет снимать на избирательных участках. Мы знаем, что эта власть хочет нас лишить наблюдателей. Заранее объявляет, что они должны сдавать тесты. При этом в медицинских учреждениях тоже запрещено снимать на телефон тех событий, которые происходят даже в медицинских учреждениях. То есть эта власть, они попрали конституцию, они украли все наши права и наши возможности. Они это делали 30 лет, они нелегитимны. А раз так, то мы должны просто взять власть в свои руки, и легитимная власть будет назначена после того, как пройдут открытые и честные выборы. Поэтому, уважаемые друзья, я сегодня эту модель показываю, рассказываю. У нас еще время есть. Мы будем выпускать рекламные ролики, писать посты, распространять плакаты с местами проведения массовых митингов, с местами сбора 10 января. Именно только 10 января. Судьба истории в наших руках. Именно 10 января мы должны сменить режим Назарбаева. Не стоять на улице, не жечь костры,
не выкрикивает лозунги. У нас на все про все буквально несколько часов. Вот после этого мы просто должны зайти, как мы отмитингуем, соберемся, зайти в их здание, где они находятся, и взять власть в свои руки. 10 января. Алга, Казахстан.